может что-то плохое произойти? Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. У меня сейчас ночь, и это идеальное время, чтобы поиграть в Хорорец. Мы сегодня с тобой поиграем в новую игру. Это от автора игры «Человек у тебя за окном». Он прям вот... Он передает уникальную атмосферу в своих играх. Я не могу ничего другого сказать об этом. Вот, и это новая у него игра. Артефакты. Поэтому давай посмотрим. Я беру телефон. Спасибо за то, что позвонили в NC Electronics. Меня зовут Грейси. Как я могу вам помочь? Крыса. Это из предыдущей игры. Здравствуйте, мадам. Компьютер, который у нас здесь есть на моей работе, внезапно перестал работать. Дай-ка угадаю. У тебя Иху модель, да? Да, она. Откуда ты знаешь? Да, много людей звонят про Иху, спрашивают у меня, а у меня Ху вообще хорош. Я не хочу об этом говорить, но вам, скорее всего, новый компьютер надо покупать. Да, возможно, тот, который мы не делали. Покупайте любой компьютер, кроме тех, которые делали мы, потому что мы делаем самые лучшие компьютеры, а самые лучшие компьютеры — те, которые не работают. Что? А почему? Ну, знаешь, я должна тебе сказать, что мы, типа, ищем решение, не беспокойтесь, но это неправда. Я не ищу никаких решений. Иху, собственно, послали всех гулять, и, в общем, сделано все было из очень дешевых металлов, поэтому чипы ужасные, работают всего по 2 года. Это последние часы жизни нашей компании, и мне, честно говоря, теперь насрать. Я всю мою жизнь отдавал этой моей компании, а теперь все потеряно. И знаешь что? Верхи наши говорят об этом, а? Ничего. Все говорят, что у них новые позиции, которые скоро будут, когда они уволятся. Так что никто ничего не получит. Слушай, а может я вам предложу пойти на поиск работы? Друг мой там недавно нашел работу. Слушай, ты очень милое создание, которое время тратит, чтобы мне помочь. Пасибочки. Кстати, я тебе должна тоже это сказать. Выкинь этот компьютер немедленно. Он горит начал. У него компьютер дымится. Когда этот чип начинает плохо себя чувствовать, все начинает перегреваться. Вау! Вау! Ну теперь шашлыки могу готовить. Еда! Еда! Какая еда? Ладно, спасибо за то, что позвонили. Хорошего вечера. Я ли не самый лучший работник на планете? Ладно, пойду искать. Давай. Грейси, мир тебя ждет. Стахол и компания. Компания по доставке всякой дерьмотины. Да, после того, как меня уволили, я здесь. Я очень хочу начать работать, мисс Фая. Фея. Окей. Я не уверена в тебе, если честно, но, по-моему, ты нормальная женщина. О-ля-ля. У этого автора игры очень большая любовь к большим женщинам. Теперь между нами. Я надеюсь, никто не будет знать, что здесь происходит. Потому что по какой-то причине нам платят за то, чтобы никто сюда не вошел. Поэтому давай, за мной ходи, я тебе покажу офис. Ну ладно. Я удивляюсь, как наша грудь, если честно, пролезает данный проход. Знаешь, ведь мы с тобой обе очень заметные женщины. Да, к нам все добры. А у меня нет рук. А, нет, у нее вон одна маленькая рука. На наших выходных люди выходят из грузовиков, чтобы посмотреть на нас. Грузовиков? Да, очень хорошие грузовики. Они в следующий раз тебя могут помыть, что? Не, в порядке, я думаю, я обойдусь. Ладно, одевайся, иди, дорогуша. Это Майк. Самый незаметный человек в комнате. Скажи «Хей, Майк». «Хей, Майк». Ладно, не обращай на него внимания, он просто дурачок. Сегодня мы приняли контракт, чтобы сюда притащить какую-то прикольную вещицу. Слушай, я идеально английский перевожу. Охренеть, я прям ни разу не запнулся даже. Вот, завтра приедет. Не знаю, что там будет, но оно выглядит гораздо интереснее, чем вся другая херня, которую мы сюда привозим. Вот здесь у нас, кстати говоря, какой-то старый... Где? Старый гроб. Ты видишь там какой-то гроб? Перед тем, как он там был, мы слышали какие-то странные звуки оттуда. Если мы что-то слышим, мы должны туда ходить. Но мы туда не хотим ходить, поэтому туда пойдешь ты. На камере 3 тебе нужно смотреть. Понял. Разговаривай с нами, а мы пойдем. Давай, все сделаем. Я понял. Короче, наша подруга сама пойдет. Самый толерантный человек в комнате. А это, ну, фея. Ну я тоже такая-то. Слушай, я бы даже с тобой поспорил, кто из нас. Майк, ты, наверное, об этом мечтал, да? Ладно, хорошо. Что?
Ладно, вон она. Я не там. А, да, камера 3. А, я должен ее, короче говоря, провести по тропинке для того, чтобы она дошла куда надо. О, слушай, прикольно. Так а ты хули сидишь? Иди туда. Я слушаю, иди туда. А разве ты туда уже не отпустил нашу фаю? Ну ладно, фая, давай на третью. Там какие-то странные звуки были, иди проверь. А, вон он, кстати говоря, справа, ты видишь? Справа там. Я пришла, выглядит здесь миленько. Давай, дай монитору, который я там, тыкни на него, чтобы получше на все посмотреть. То есть мы работаем с камерами. Мне нравится идея. Так, вот он у нас. Это наш могила. Что-нибудь там видишь? Ничего. Она не двинулась, я ничего не слышу, прости микрофон. Я домой пойду. Что? Улыбается он неприятно. О, нет, это LED. Фонарики кто-то врубил. Как она там поместилась? Она больше, чем этот гроб ее в 3 раза. И вширь, и вглубь, и вдаль. Ладно, невероятный уровень долбоебизма вы, бессмертные, выдаете сейчас. Сдавайтесь, иначе я заберу то, что мое. Чего? Разве последняя мечта и надежда человечества в этом тупом городишке? Слушайте меня. Бомж какой-то вылез. Теперь вы понимаете? Я ничего не понимаю. Каждый артефакт, который здесь, сворован. Я не верю этому. Стахлс ничего бы не воровал. Ты не слушаешь, семя. Подруга, он тебя семенем назвал? Я никогда не говорила, что ваш человек своровал это, понимая. Для нас это не важно. Но это не мешает факту того, что все это своровано. Если оно не вернется, то древние боги придут к вам. И, короче, вам просто будет такая жопа. Ты не представляешь. Они ничего, никого не щадят. Они вам запихнут ваших родителей в ваши... Слушай, ну это нечестно. Почему нас наказывают за то, что кто-то другой сделал? Честно говоря, мне не знаю. Я вообще-то на вашей стороне. Уничтожать человечество из-за каких-то парочки артефактов, но это как-то неадекватно. Поэтому я пришла вам помогать. Из могилы. Меньше ее. Собери все 7 артефактов до того, как боги устанут терпеть и вас всех простят. Однако даже с моей помощью не будет это для вас просто. Для Сехмета и Стота. Это боги мешные. Сехмет и Тох. Они, короче говоря, хотят вас мертвыми. Да, они человечеству конец тоже принесут, так что, ну, как бы это, они все сделают, чтобы вас закончить. А это ты где держал? Вместительная женщина. У нее вино помещается, часы, там что у тебя, целая рота солдат еще? В общем, часы эти показывают, сколько у вас времени осталось. Если принесете каждый артефакт, будет хорошо. Также я могу использовать мои силы, чтобы показать вам, где каждый артефакт. Все, что нужно, это чтобы попросить. Да, есть вопросы. Завали ебало. Пошли. Так а ты не подскажешь мне, где артефакты? Где? Дай артефакт. Ладно, смотри. Ты все остальное... А, вон оно, 4-е. Майк, иди сходи. Я слушаю. Иди. Я думаю, я пойду. Круто. Так, ты где там у нас? Тебе в 4-ю надо. Там какая-то дыра. Пойди посмотри. Ля, он бегает, ты видел? Так, вот тебе вот туда, там артефакт. Оп, и туда на артефакт посмотри. Мне надо смотреть? Да, иди смотреть. Я найду эту вещь. То есть мы с тобой, короче говоря, по камерам смотрим, ведем их, и, наверное, по камерам потом будет какая-то ебака везде обитать. А-а-а! Я вижу его. Я несу его обратно. Пока что странная игра. Так, ну давай назад, хорошим путем, мы пошли, с нами все нормально было. Эй, Майк, что такое? Эта вещь опять сломалась! Не волнуйся, все нормально, такое бывает. Когда сигнал не работает, просто надо все перезапустить. Тебе надо пойти в лобби и посмотреть на компьютер. Там нужен пароль, никому не говори, я никому не поверю. Поэтому просто нажми на кнопку и все пройдет. Пароля, короче говоря, нету, просто тыкай на кнопки и все пройдет. Там Майка убивают! Майк!
Я тебя все равно не знаю, мне насрать, но я тебе помогу, если что. Введи пароль. Добро пожаловать. Это перезапустило? О, Майк, нормально все? Слушай, ты меня там перепугал. Так, а как мне домой вернуться-то? Ты можешь назад прийти? Сзади него там кто-то! А, это артефакт этот. Вы принесли первый артефакт, но не обосритесь сейчас отчасти. Потому что сейчас вас рабы Сякмета будут ловить. Да, пришел мужик. В жизни он был хорошим охранником. В смерти он позволил сохранить свое тело. Теперь он здесь. Следи за ним и не входи в комнату, в которой он есть. Если вы пересечете с ним пути, то он пересечет свой нож с твоей горлой. Давай, пошел. Сякмет, ты где? Сякмет! Я не вижу его. Ты видишь его? Ладно, где артефакты? Давай, смотри. Ты видел где-то Сякмета? Ага! А, я знаю. Это четвертая комната. Третья комната. Ты поймешь остальное. Вот здесь она, вон там она. Сзади, я это видел. А, так вот он, коробок. Стоп, в каждом коробке, наверное, да? В каждом коробке по одной штуке. Я так думаю, по крайней мере. Ладно, давай, короче, иди. Я слушаю. Ну так слушай, иди. Давай, вали. Чернушка, черная чернушка. Так, давай. А вот это он, что ли? Охранник? Ладно, давай сюда. Я не вижу, где охранник, поэтому я не могу ничего особо сказать, если честно. Давай сюда. Ты видишь какого-то охранника? А вот он! Вон он! Вон он стоит. Ебака, смотрит на меня своими глазками, своими глазенками смотрит. Куда-то уйти хочет. Никуда ты не уйдешь. Ну-ка давай, Майк, там пошурши. Мне идти? Давай, шурши. Давай. Слушай, я бы сказал, эта игра проще, чем предыдущую. А там может быть какая-то ебака? Там чашка. Отлично, чашка. Моя любимая чашка. Так, хорошо. Я хочу, чтобы ты следил за своими врагами. Я не уверена, что он будет стоять на месте. Потому что ты собрал артефакт. Ля! Вон он стоит, слышь? Стоит мышь! С каким-то ножом, с какой-то пипиркой там стоит вот это. Выжидает меня на точке, на которой я был. Да пошла ты, я тебя обойти в раз-два могу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пипец, я умный. Он принес какой-то этот горшок. Ты собрал. Внимательно. Теперь ассасин пришел. О нет. Это сила, которую он имел, когда он был человеком. В смерти он тоже тело имеет. И берегитесь, иначе он поимеет вас. Смотрите за его тенью, потому что там вы сможете его увидеть глаза, которые смотрят на тебя. Короче, ассасин — это тень, которая темными глазами на меня пялит. Темные глаза ассасина пялят на меня. Галя стоит, он на Галюха. Смотри, Галюха стоит. А Галюха — это голяк. А где красноглазая чернтовка? Убийца, ассасин. Где? Блин, я его не вижу. Ладно, давай подсказывай мне, большегрудая красотка. Давай. Куда? Давай. Будем. Так, там у нас с тобою сейчас... Ты разберешься дальше. Там у нас с тобою сейчас... Слушай, нет, я не разберусь. Так, труп там не было. Это я точно знаю. А, мне вот здесь, наверное. Сюда, да? Слушай, Майк, иди, короче, носом проверь. Я не знаю, мне лень смотреть, мне лень думать. Сейчас ночь, мозг не работает, понимаешь, Майк? Поэтому я надеюсь, тебе благоволят боги. Я надеюсь, тебе повезет. Знаешь, как говорится, без удачи, это... Везу пизду на дачу. Возле каких-то ящиков стоит какая-то херобора. Ну блин, ничего не понятно. Возле каких-то ящиков стоит какая-то херобора. Блин, ну это здорово, Андрюха, молодец. Разобрался так разобрался. Ну ясно. О, а нет, ну ясно. Ящики и какая-то херобора стоит возле ящиков. Так вот она, наверное. Слушай, я, наверное, на седьмую думаю. Иди, Майк. Ой, не, давай ты, подруга, пойди. Посмотри. Посмотри. Если что, то я тебя спасу. А я могу сам пойти. Так вот она здесь. По красным глазам нужно на нее смотреть. Ты видишь где-нибудь красные глаза?
Ладно, иди сюда, я думаю, все хорошо с тобой будет. Видимо, нет. Нет! К несчастью для нее, Фая нашла ассасина. Потому что она была слабачкой, он унес ее в другую жизнь. Много-много раз снова ее три взрослых ребенка пытались найти ее. И они говорили ей, чтобы она нашла какую-нибудь не такую опасную работу. Но несмотря на это, она продолжала дружить с владельцами, и она решила остаться. Ее верность, ее делу привела к ее смерти. Мне нравится всегда, что когда погибает персонаж, ты видишь маленькую историю про него. Ну, Майк, твоя очередь. Говорит, я чувствую, я пожалею. О да, дружище, ты действительно пожалеешь. Ну давай, не будешь же он, правда, там же, в той же комнате. Он же не будет находиться второй раз. Вот. Он там не находится. Видишь, как хорошо. А проверь эту комнату. А что будет, если он проверит комнату, а там ничего нет? Может что-то плохое произойти? Из-за одной ошибки. Одна из многих ловушек Тота, которая там была. Когда он посмотрел на нее, время стало ускоряться. И долгое время не прошло. Майк был... А, окей. Майк был в безопасности, все хорошо. Ладно. Окей, хорошо. Так, а как нам увидеть этого ассасина-то? Нам нужно хотя бы Разулю ассасина увидеть. Ладно, давай иди сюда. Я не вижу там никаких красных глаз, должно быть все хорошо. Ну вот, все хорошо. Иди проверь. Мне надо проверить, тебе надо проверить. Так, то есть, если мы ошибаемся, видимо, на нас зырит глаз. Ну, надо было всего лишь одну девоньку потерять для того, чтобы все стало хорошо. Так, Эники, Бенники, ели вареники. Ладно, ладно, Майк, не буду я наугад выбирать, хорошо, уговорил. Но я не вижу здесь никаких глаз. Так, вон она, шныга сидит. Ты видишь там какие-нибудь глаза, родной? К сожалению, время закончилось! У богов больше не было терпения. Когда пришел рассвет, большущая армия древних выпущена была в этот мир. И это ужасное наказание было из-за таких маленьких артефактов. Это привело конец человечества из-за семи объектов. Теперь это было неважно. Конец был близок. Слушай, круто. На самом деле, мне нравится. То есть, эта игра похожа больше на Observation Duty. Автор продолжает делать необычные выборы, необычные действия, необычную игру делать. Это классно. С необычным сюжетом, с необычной историей и с необычным геймплеем. Мне нравится. Это что-то вроде ФНАФа, но не ФНАФа. То есть, ты следишь, думаешь, пытаешься увидеть вещи, которые там происходят, и выживать, потому что у тебя мало времени. Классно. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Посмотрим, как тебе эта игрулина. А пока что на этом все. Пока. До скорого. Удачи.